Всем привет! Сегодня 3 апреля, и с вами, как всегда, Камила Хакимуллина. Начнем нашу рубрику с отличного спектакля. Подробнее о нем вы узнаете через пару секунд. Ювенильное море. Среди трудящихся в мясосовхозе выделяются лишь главные герои – Николай и Надежда, не потерявшие желание понимать окружающую действительность и менять мир. И пусть эти персонажи лишь мечтатели, которые верят, что светлое будущее возможно под знаменем коммунизма, они действительно вызывают сочувствие и переживания зрителей. Благотворительный концерт «Один плюс один». В концертной программе примут участие Рамиль Закиров, Салават и Гузелем, Артур и Марат, Лилия Хайрулина, Айгуль Рахимова, Мунир Рахмаев, Кыю Кызлар, Ильназ Гарипов, Сумбель Билалова, Регина Тимербулатова и Камила Ахметова. Программа будет насыщенной и разноплановой. Не пропустите! Великолепный концерт ждет казанцев сегодня. А сейчас уделим время еще одной романтической комедии на татарском языке. Смотрим! Под музыку ветра. Как возникает любовь и где прячется настоящее чувство? На эти вопросы жизнь сама даст ответы. Не находя взаимности в любви, Ромай уходит в армию, чтобы доказать, что он способен на мужской поступок. Правда, служить герою приходится в штабе, но вот однажды и ему выпадает шанс совершить прыжок с парашютом, куда занесет его судьба под музыку ветра. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!